дорогие зрители ArtTorg. Мы рады приветствовать вас на выставке PMGF. Сейчас мы находимся на стенде TrueTorg.rus, и мы хотели бы поговорить с Кириллом о вашей продукции. Здравствуйте, Добрый Кирилл. Добрый день. Кирилл, расскажите, пожалуйста, что вы презентуете на выставке? Мы презентуем пневмогидропривод. Соответственно, он управляется с помощью импульсного газа. Импульсный газ поступает через фильтр-осушитель. Дальше он через фильтр-регулятор мы регулируем давление. Далее все поступает на блок управления ЭПУ. От него газ распределяется по пневматическому цилиндру на открытие и на закрытие. С этой стороны стоит гидравлический цилиндр. Он используется как демпфер, уменьшая нагрузку. И также гидравлический дублер для аварийной перестановки. Все комплектующие вы делаете сами от А до Я? Комплектующие самого привода мы производим сами, да, по итальянским наработкам. Угу. Раньше компания TrueTorg была итальянской, мы представляли ее в России. Вот, когда Италия ушла, они оставили нам все наработки, все чертежи, все проекты, и мы по этим проектам сейчас делаем сами, полностью привод собираем. Отлично. Комплектующее навесное оборудование мы закупаем. Все, поняла. Mm-hmm. Расскажите, пожалуйста, сколько занимает по времени от начала заказа, от поступления заказа до итогового варианта? После подписания договора мы делаем ТКП. По запросу заказчика нам присылают опросные листы. Мы делаем ТКП. Mm-hmm. Соответственно, когда договор подписывается, такой привод примерно занимает его... разработка где-то 250 дней примерно. То есть время вот? Да, время изготовления, после подписания договора, все, мы подписали договор, 250 дней. Почему вы посоветуете выбирать именно вашу компанию? Нашу компанию я посоветую выбирать, потому что, во-первых, все наработки итальянские, итальянского проверенного производителя TrueTorg.rus Italia раньше была. Вот. Во-вторых, потому что наши изделия отличаются качеством, потому что мы их делаем, мы уже довольно-таки давно делаем эти привода. Спасибо большое вам за рассказ. Мы желаем вам дальнейшего процветания, стремиться все к высшим и высшим успехам. Мы стараемся. Спасибо большое вам.